поручень бы не мешало сделать, чтобы задержаться было. Вот здесь бы дорожку не мешало взять, но не обещали дорожку. А вообще, вот сейчас холодает уже, как сейчас в доме? Так нормально? В доме так тепло, хорошо. Тепло, да? То есть они к зиме подготовлены? Да, тепло. Там конвекторы стоят. Да, тепло. Краска моя поломанная. А что с ней случилось? Вот, вот здесь лопнуло все, раз поварили. Потом проехала, она где-то лопнула, она уже не подлежит, как не видит. Потому что варить не варить, дороги тут есть, но все ломается. Так, и все, чайник. Ну, так в основном. Конвектор, окна хорошо открываются, все так свободненько. Ну да, ну тепло достаточно. Так это я там на троечку все включила, вот то тепло, да, так достаточно. Ну я так, как я с коляской, для меня, например, вторую кровать уже поставить некуда. Ну да, некуда. Вот, поставить, а потом вообще нигде не проехать, ничего. Там люди семейно живут, они кровать на кровать. Ну что, посмотрите, стены красивые. С моей стороны отсюда посмотри. Ровненько, чистенько, что. Нормальное жилье. Если не секрет, где лучше, там или ой, здесь? Сюда. Сюда тянет. Если я сделала за документами, ну, слов нету. Иногда проезжала, разрушена. Люди не живут вообще, никому нету. Там ходит, где машина, мотоцикл стоит. А когда уже заехали в Артёмов, все, жизнь полностью, очередь на автобусы, вот такой метушня всякая. Кто здесь живет? Это тут платить за что-то нужно, там коммунальные? Платят, да, по 110 гривен. Нормально. Комнаты. А, человек. А для инвалидов есть льготы? Ну, сказали, льготы будут для всех одни. Я спросила, есть для инвалидов они? Для всех общие льготы. Потом многодетные, детки маленькие. Вот мяч подарили красивый. Тише. Попробуйте. Ну да, но здесь тоже вам микроволновки, например, можно. Нужно, да, потом. Я люблю так вот тут спрашивать, все равно, где же бегают, где нормально здесь работать. Ля-ля-ля! Ну, приносят как ковчег. Да. И мы вот там Facebook, ВКонтакте, в каких-то соцсетях распространяем объявления, что там надо. Люди приносят регулярно, те, которые приносили, и другие как бы есть. Волонтеры у нас в основном те, наверное, кто пришел. Вот нам даже чуть больше осталось. Те, кто остается постоянно. Главный наш спонсор – это город Харьков, который отзывается на все просьбы. В основном сейчас, если кто уезжает, это трудоспособные с детьми, то есть которым там нет условий дальнейшей нормальной жизни, учебы, то есть ну, какие-то сложности, ну и работа. То есть кто возвращается, в основном может быть пенсионеры, которые где-то тут решив свои дела, ну, это их законное право, пенсию получать, там у них жилье, которое они тут не в состоянии оплачивать. То есть социального государственного жилья как такового нет. И жить здесь, снимать квартиру минимум от 1500 комнат и от 3000 однокомнатных, вы же сами понимаете, что это нереально. Сейчас вот международные фонды едут, но они тоже как бы не понимают, как вот у нас вчера была встреча. И мы все говорим, что нам нужно социальное жилье, нам ни тренинги, ни... Это все отлично, хорошо. Но все-таки первым делом нужно помочь людям адаптироваться здесь. И хочу вам сказать, что по сравнению с прошлым годом уже больше людей... Все хотели в прошлом году, так же, как и мы, честно, думаем, господи, ну нам вот эту зиму пережить, а уже летом, ну вот как бы будет понятно, и будет нормально, и все закончится, и все будет хорошо. Вторая зима. И вот уже ко второй зиме мы подошли с результатом таким, ну это уже чисто в общении, в разговоре.
люди хотят остаться. Сегодня приходили к нам многодетные мамочки, то есть их там есть таких где-то 10-15 семей, которые выехали из одного места, но разбросаны все по Харьковской области, но они поддерживают друг с другом связь. Они видят свое будущее здесь, в Харьковской области. То есть они приходили, спрашивали, а есть ли программы. Мы бы жили, мы бы подстроились, нам бы, если бы материал дали, мы бы здесь остались. То есть люди хотят остаться у нас, им понравилась та жизнь, которая есть. От Москвы до Шапки.